Здрасте. Здрасте. Что там будет? Где? В светлом актерском будущем. Счастье. Счастье. Из чего оно состоит? Ну, для каждого разное счастье. Для тебя. Ой, скажу. Ваку, ваку, кузнеце, не видно все равно. Если старая переперчиха собственными глазами не видела, как повесился кузнец. Я буду наслаждаться своей профессией, получать от этого максимум удовольствия и жить счастливо, наслаждаясь всем. Жить счастливо это как? В смысле как? Для каждого счастье заключается... Для тебя. Для меня? Ну, заниматься, естественно, любимым делом. Жить и все. Здорово. Можно я еще просто прочитаю? Не надо, все понятно. Я буду вообще создавать. Но я не знаю, как там что будет. Бог рассудит. Пьем, пьем. В шахту. И пьем, обязательно пьем. Столько пьем, сколько влезет. А мне во ВГИКе ты этого не могла сделать? Можно. Везде можно. Эй, моряк! Просто хочу в театр играть. Пить с актерами. На равных. С кем? В смысле? С актером, с известным. С Кравченко, да, с Безруко. Хабенскому, может. Осуществить свои желания. Они как? Какие у тебя? Как какие? Прогрессировали по жизни. Только в актерской профессии это можно. Не мог он выразить грусть и печаль. Я в актер пришел, чтобы поступить и учиться в театральном или кинематографическом. Все, ну, выучился, получил да. Диплом. Дальше постараюсь устроиться в театр на работу. Зачем тебе это надо? Мне да. Для того, чтобы жить. Потому что я жизнь не представляю без театра. Молодец. Страдала его душа.